В северной столице завершился чемпионат России по джиу-джитсу. Медали оспаривали более 200 сильнейших бойцов со всей страны. Шестикратный чемпион России в этом виде единоборств, заслуженный мастер спорта Александра Иванова, добавила к своему послужному списку еще одну золотую медаль. Спортсменка регионального центра подготовки Поморья стала первой в весовой категории до 70 килограммов.